Так, мы в прямом эфире. Сейчас подождем, пока наши подписчики зайдут в эфир. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, сколько у нас тут зрителей. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, ну, будем начинать, уже 6 человек, уже 7. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, наши клиенты. Вот очередной четверг, прямой эфир, и сегодня мы будем рассказывать о детских комбинезонах, самых трендовых моделей, о которых очень часто у нас спрашивают, также которые являются хитом продаж. И сегодня все подробно вам о них расскажем, покажем. По пути вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Вот, по модели, либо какой-то другой модели, у вас были вопросы, в общем, пишите. Мы... Ну что, да. Начнем? Да. Всем здравствуйте, сегодня у нас вот будет три вот таких модельки. Это модель на мальчика и две модельки на девочек. Угу. Так, начнем с модельки на мальчика. Моделька у нас артикул Z811, ZS812. Так. Модель выполнена из ткани, современной курточной ткани. У нас эта ткань используется почти во всех моделях на мальчика, уже не первый сезон. Она очень хорошо себя зарекомендовала, она очень прочная, высокие износостойкие свойства. И хорошо стирается, не маркая, какие-то загрязнения небольшие, можно просто убрать салфетка. Мягкая, удобная, детям нравится, мамам тоже нравится, все довольны, поэтому мы ее продолжаем использовать из сезона в сезон. Так, по модели. Комплект состоит из куртки и полукомбинезона. Угу. Куртка у нас прямого силуэта. Спереди у нас фигурная стежка, по рукавам горизонтальная фигурная стежка у нас по спинке идет, и горизонтальный перебор у нас тут по капюшону. Эта модель, фишка самой модели в том, что она выполнена в стиле Дикого Запада. Сейчас расскажу почему. Здесь много очень интересных деталей. Вообще здесь вот вся красота этой модели, она в деталях. Во-первых, у нас из декора спереди есть такая нашивка в виде, как бы сказать, жетона рейнджера или как правильно называется? Ну да, шерифа. Шерифа, угу. Да. Все верно. Вот такая звезда металлическая. Звезда, и вот такая вот нашивка, она как бы бархатистая, да. Очень красивая и стильная. Фирменная, обратите внимание, джинки. И подобная же нашивка в виде звезды у нас на рукаве. Ну, посмотрите, какая аккуратная работа, то есть качество вообще вышка в деталях. Полностью, да. Вот эта вышивка очень красивая. Угу. Так, потом на курсорах у нас и курсоры именно... из кожи выполнены. Очень красиво, стильно смотрится. У нас ни в одной больше модели нет вот именно таких курсоров. Очень красивые курсоры. Вот. Потом сзади у нас тоже стилизованная нашивка. То есть у нас часто вот такие вот шильды металлические, они, ну, вот такие же, как вот на звезде здесь, они как бы блестящие, а здесь на спине идет шильд, ну, такой как бы в ретро-стиле, он немножко как бы затертый, очень красиво смотрится, интересно. Поэтому вот за вот эти вот детали очень любят эту модель наши покупатели. Так, спереди модель застегивается на центральную застежку молнию. Застежка прорезиненная.
но при этом очень легко открывается и закрывается, то есть детки свободно смогут сами застегивать куртку. Такая же у нас, на такую же молнию застегиваются карманы. Внутри карманов подкладок лисовать, чтобы ручкам было легко. Под центральной застежкой молнии идет внутренняя ветрозащитная планка. Эта ветрозащитная планка вверху удлинена и создает такой фиксатор, чтобы ребенок, если резко застегнет куртку, ну, либо когда родители его будут одевать, резко застегнут куртку, не прищемили подбородок. Да, то очень есть, удобно. Ну, куртка, она хорошо от ветра защищает, она еще и безопасна. Воротник стойка идет. Вверху, там, где воротник, у нас подкладок лицевая, чтобы у ребенка было тепло. А также от ветра защищает капюшон с идеальной посадкой. По краю капюшона у нас идет очень богатая опушка, красивого такого цвета. Опушка натуральная, мех енот. Опушка это отстегивается. Вот здесь вот. Да, да. Чтобы можно было легко его постирать. А у нас вот тут вопрос попутно. А для чего эта планка вообще? Так, вот это ветрозащитная. Наверное, да. Ветрозащитная, от ветра защищает, чтобы когда вы молнию застегнули, чтобы между зубчиков ветер не просочился. Ага. Изделия, да, да. И ребенок не замерз. У нас всегда во всех изделиях есть внутренняя ветрозащитная планка. Некоторые конструкции еще предполагают внешнюю ветрозащитную планку, но хотя для защиты хватает и внутренняя. Это как бы нюансы конструкции. Но в данной модели есть именно внутренняя ветрозащитная планка. Также здесь за счет того, что молния прорезинена, это тоже создает дополнительную защиту от ветра. Поэтому здесь в данной модели внешняя ветрозащитная планка 100% не нужна. Да, да. Тепло будет однозначно. Да. Очень тепло. Эта модель с натуральным утеплителем, с натуральным пухом. Она выдерживает, согревает малыша до температуры минус 40. Модель, поэтому если даже кто-то живет там, где климат очень суровый, то можно собрать модель. Ой, у нас что-то прервалось. Да. Вернулись и продолжим. Так, значит, костюмы. У нас подклада из натурального хлопка. Такая подклада у нас используется во всех моделях для малышей. Это у нас по ГОСТу, так у нас как бы это правильно, и вот мы ГОСТу следуем и не нарушаем. Ну и вот благодаря такой подкладе внутри изделия у нас создается идеальный микроклимат, чтобы ребенку было тепло и уютно. Так, внутри рукавов у нас 100% полиэстер подкладом. Это сделано для того, чтобы легко можно было снимать и одевать изделие. Так, потом обратите внимание, что данная модель с натуральным пуховым наполнителем, но в костюмах натуральный пуховый наполнитель у нас сделан в виде пух-пакета. То есть, что это значит? Пух-пакет мы можем легко отстегнуть. От изделия. Подержать? Вот. Ну, я его не буду полностью отстегивать. Вот он здесь. По бокам отстегивается на молнии, пристегнут на молнии, а вверху он у нас на пуговичках. Вот так вот. Но я его полностью не буду отстегивать. Вот, для чего это сделано?
А детки, ну, часто пачкают изделия. С пуховым наполнителем изделия сушится немного дольше, чем с синтетическим. И поэтому мы сделали вот такой вот наполнитель, что если вам нужно постирать, вы отстегиваете пух-пакет, стираете только куртку без пух-пакета, и она буквально там за вечер она уже высохнет. В самой куртке тут тоже есть наполнитель. Он синтетический, тут небольшое количество. Но хочу заметить, что многие предприимчивые родители хотят использовать эту куртку в осенний, весенний период. Вот только что вопрос поступил нам, да, это получается и на осень, и на зиму? Вот, да, вот как раз хочу сказать, что вот на осень и весну вот этот, ну, без пухового пакета эту куртку мы не рекомендуем использовать, потому что она и свойства такие, и у нее не будет таких свойств, как у действительно у демисезонных моделей, и абсолютно не будет держать форму, потому что сама конструкция разработана с учетом того, что здесь будет пух-пакет. Но, конечно, если вы снимете пуховый пакет, примерите на ребенка, вам все понравится, если вас ничего не смутит, то, конечно, вы сможете. Но это вот, ну, как бы мы не делаем, не для этого это делаем. То есть это именно для удобства эксплуатации. Вот это делаем. Угу. Так, ну куртку, я думаю, со всех сейчас сторон. Сейчас мех покажем, да, ну, вот посмотрите. Да, мех очень шикарный, ну, красивый. Да. Угу. Цвет такой красивый. Так, и друзья, и задавайте и вопросы. В полукомбинезоне здесь наполнитель синтетический лебяжий пух. Это сделано для того, чтобы не было слишком жарко ребенку. Угу. Он у нас идет с бретелями, которые регулируются. Бретели на резинке, они еще и с регулировкой. Застегивается с помощью фастекс, расстегивается. Также есть центральная застежка на молнии. Здесь тоже ветрозащитная планка, хотя все равно вот эта вся часть, она находится под курточкой. Наполнитель вверху есть, а в штанишках, в брючках, здесь 100% полиэстер. Ну, чтобы тоже легко было снимать и играть, как на одежду одевать. Да. В районе колен здесь усилена ткань за счет того, что здесь стежка есть дополнительно. И внизу у нас есть такие манжеты, чтобы снег не попадал в брючину. Да, это очень важно. Угу. Да. Так, всем здравствуйте. Красивое такое сочетание цветов. То есть у нас идет куртка горчичного цвета и полукомбинезон темно-коричневого. Да, очень красивый комбинезон, еще и со своей стилистикой, поэтому наши дизайнеры молодцы, очень постарались. Кстати, на да. Тоже угу. Внутри рукавов манжеты. Да, посмотрите, какое качество вообще просто в каждой детали. Так, что еще можно сказать по этому костюму? Размерная сетка. 86-й рост, 92-й, 98-й и 104-й. Во всех наших изделиях зимних идет запас 6 сантиметров, то есть можно сказать, что они большемерят. Поэтому, если вы точно знаете, что вам, ну, вот, допустим, у вас 104 рост, вы можете смело брать его, то есть не обязательно там на несколько размеров брать больше, но если, конечно, не хотите, то на несколько сезонов. Ну вот, когда вы будете выбирать модельку по росту, если вы заказываете удаленно, онлайн, то обратите внимание, что вот еще 6 сантиметров. Однако у нас на сайте, в интернет-магазине есть замеры, и замеры уже с вот этими вот запасами. Хорошо, да. Мы перейдем к следующей модели. Уже девочки сейчас будут. Следующая модель. Угу. Костюм для девочки ZS-803, ZS-804. Здесь очень интересная новая ткань, плотный сати. Ткань-то очень мягкая. Она очень приятная. Состоит из сатинового переплетения, сатиновых нитей. И обладает таким небольшим перламутровым блеском. На свету вот эта ткань у нас. Да. Очень красиво смотрится. Очень так, сейчас. Она очень нежная. И... Да, да. Видно, видно. Я думаю, что подскажите, как вам свет, связь, все ли видно?
Костюм этот тоже состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого округлого силуэта, наверное, заметили. А спереди у нас идет фигурная стежка немножко диагонально. По рукавам, да, капюшону и по спинке сверху у нас горизонтальные переборки, а внизу на спинке вот такая вот тоже интересная фигурная стежка. Из декора спереди в районе груди слева у нас находится такой красивый декоративный элемент. Металлический шильд со стразами из чешского богемского стекла и раперсная лента. Также у нас сзади есть декор в виде раперсной ленты, но эта раперсная лента еще и функциональна. Благодаря ей можно затянуть куртку по линии талии. Да, очень красиво. Застегивается на центральную застежку молния. Очень легко он застегивается, расстегивается. Карман у нас тоже на застежке. Они еще, обратите внимание, красиво скрыты там клапаном. Но потом, когда открываешь, они вот такие вот. Скрыты, да, красиво. Внутри он тоже подкладывается, чтобы тепло было речком. Оксана, у нас вопрос. Вот, а декор как стирку переносит? Декор отлично, я могу вам показать, насколько он крепкий. Пойду. Я вот могу подергать, он пришит. Да. Данный вот декор здесь, он пришит, но это металлический шильд, то есть если вы в стиральной машине будете стирать, ничего с ним не случится, это проверено. Все модели перед тем, как выйти из производства, массового производства, они все проходят испытания. И вот декор дергали как только могли, ничего с ним не случилось. Машинки даже стирали, ничего не случилось. С этим декором ничего не будет. Так, от ветра защищает также внутренняя ветрозащитная планка. Это также ветрозащитная планка удлинена вверху, чтобы не прищемить подбородок, защищает его. Ветрозащитная планка, как я говорила, защищает от ветра в районе молнии. А спрашивают, какие еще есть цвета для девочек? Вот данный, именно этот костюм, вот сейчас представлен в розовом цвете, еще есть в лиловом цвете, тоже такой нежный цвет, такой же нежный, как вот этот, но отливает немножко фиолетовым. Да, благородно. Немножко, но такой же нежный, такой же вот светлый цвет. Так, капюшон здесь с идеальной посадкой, красивый мех. Мех также отстегивается. Молния для удобства стирки. И капюшон утягивается по линии, по периметру, чтобы можно было по голове ребенка его правильно подогнать. Воротник стойка на флисе. Покажем все. Так, внутри у нас подклада 100% хлопок, который создает идеальный микроклимат внутри изделия. В районе ручек у нас идет около 100% полиэстер для того, чтобы удобно было снимать и одевать его. Здравствуйте. Так, у нас сегодня четверг, прямой эфир, рассказываем о самых трендовых моделях. И можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют по этой модели или по каким-либо другим, и вам с удовольствием ответим в прямом эфире. В комплекте в этом костюме идут такой полукомбинезон. К розовой курточке идет комбинезон в цвете капучино. Бретельки у нас на резинках и и они по длине регулируются, застегиваются на фастекс. Спереди центральная застежка на молнию, есть ветрозащитная планка внутренняя, вверху флисовая подклада, внизу в брючине идет 100% полиэстер, чтобы легко было снимать и одевать. Также у нас по комбинезону идет стежка, это усиливает свойства ткани и она более износостойкая становится. Внизу манжеты, которые защищают от снега. Нам вот пишет, по-моему, это наша клиентка Анна Развозгаева.
Я извиняюсь, если неправильно произнесла фамилию. Хотелось бы, чтобы костюмы, линейка, ростовки была больше. Хорошо, мы учтем, на производство передадим. Сколько стоит такой костюм? Так, в рознице 15 600. Угу. Стоит. Это вот сейчас новая коллекция, без скидок. Можете следить за нашими новостями, за нашими акциями, узнавать у менеджера о скидках, подписываться на наши новости, вы получите бонусы, которые можно оплатить покупку. В общем, варианты скидок у нас есть. Угу. На данный момент это не да. И еще у нас вопрос, цены оптовые какие? Оптовые цены я не могу сказать, потому что, во-первых, не являюсь сотрудником данного отдела, во-вторых, это закрытая информация, поэтому если вам необходимо закупить нашу коллекцию оптом, оставляйте контакты, можете здесь же в Инстаграме в директ написать, мы обязательно передадим в оптовый отдел, и менеджер с вами свяжется. Угу, хорошо. Так, ну вроде пока вопросов нет. Так, переходим к третьему костюму. Третий костюм у нас тоже костюм для девочки. Артикул ZS799, ZS800. Данный костюм выполнен из курточной ткани с жемчужным блеском. Эта ткань очень красиво на солнце смотрится. Угу. Вот, свет немножко падает, солнца у нас здесь нет. Ну, немножко свет падает, и уже видно, как она блестит. Ткань очень красивая, мягкая, нежная. Ну, эксплуатационные свойства очень классные, то есть на ней не оставляются никакие затяжки. Мы пробовали там, ну, тоже так же испытания, mm-hmm. естественно, проходила. Водоотталкивающие свойства у нее очень хорошие. У нас вообще все ткани пропитаны водоотталкивающими mm-hmm. пропитками. У нас вопрос, это все для девочек или еще покажете? Ну, на сегодня вот это третья модель, это последняя, угу. потому что, ну, у нас время все-таки ограничено. А в следующий четверг мы еще будем показывать модели. Скорее всего, у нас будут куртки и пальто, там будут угу. для мальчиков модели и для девочек, поэтому подключайтесь, смотрите. Да. Угу. Если какая-то модель уже заинтересовала, можете писать в директ, мы вам угу. пришлем подборку с видео. Хорошо, смотрите. И еще вопрос. Можно заказать в розницу или только оптом? Конечно, можно на сайте, вы можете заказать в розницу, сайт jinky-shop.ru, это наш официальный интернет-магазин, а в шапке профиля есть ссылочка, на него можете там перейти, можете в директ тоже написать, мы вам тоже ссылки отправим на все интересующие модели. Да, в розницу можно, у нас mm-hmm. ну, через официальный сайт можно. Ну еще у нас очень много партнеров по России, как бы вы можете написать свой город, мы посмотрим, как где есть модели. Нам также второй год одни и те же цвета для девочек. Так, одни и те же какие? Нет, ну мы стараемся. На самом деле, каждый год у нас дизайнеры, они очень много смотрят показов, много различной информации анализируют по трендам, по коллекциям других именитых модных домов. И именно те цвета, которые к нам приходят в коллекцию, это уже результат от обработки такого большого количества информации. Также у нас есть сотрудничество с британским тренд-бюро VGSN, и там они прогнозируют тренды на 2 года вперед по всей Европе, во всей России, по всему миру. И, соответственно, у нас доступ к этой информации есть, и дизайнеры ею тоже пользуются. Соглашусь, что для маленьких девочек у нас достаточно много розового, но это дань моде, дань тому, что спрашивают покупатели, действительно. Ну, девочки, на самом деле, мы много наблюдали, как ведут себя дети в магазинах, и мы видим, что в магазинах именно дети выбирают розовый. Иногда родители даже не могут на другой какой-то цвет
мнение поменять. Поэтому розовый будет наша коллекция точно всегда, но в этой коллекции много новых цветов. Черный у нас есть пальто, даже такой вот цвет синий, зеленый, и очень много цветов, поэтому смотрите, выбирайте. Оксана, это еще не все. Вот нам такое письмо пришло. Пишет нам Наталья. Я покупаю у вас несколько лет подряд, очень довольна. Но вот прошлую зиму разочарована. Взяла костюм на 116 зимний, мальчиковый. Штаны очень быстро вышеркались, буквально за месяц. Брюки баклажан, куртка расцветка желтый, пятна как хаки. Так, не совсем поняла, какая модель. Наталья, так давайте поступим так. Вы напишите в директ информацию по этой модели, что вы брали, мы тогда уже с вами свяжемся и разберемся уже в ситуации. Просто я так быстро очень не смогу. Да, спасибо за ваши сообщения, вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Так. Костюм. Да. Остановитесь на ткани. Ткань, да, по ткани все рассказала, по декору давайте пробежимся. Так, самый главный элемент декора — это вот такая вот восхитительная брошь шмеля. Да. Брошь на фетровой подкладе. И она просто усеяна кристаллами и стразами из чешского богемского стекла. На солнце сияет просто изумительно. Не знаю, видно будет сейчас вот в лучах просто такого дневного света. Сияет, да, вот мне видно. Прям, что да, на камеру. Вот, очень красиво. Это изюминка. Кстати, брошь съемная. Постирать, если нужно будет постирать, не переживайте. Очень неудобно, да. Снять и постирать, потом опять. Так, потом второй элемент декора. Очень модный, очень крутой. Это настоящий тренд. Это вот такие вот, во-первых, клапан на карманах, а во-вторых, вот такой вот кант вокруг кармана. Очень красиво. Но это вот у нас в этой коллекции мы впервые такое используем. Есть еще в пальто одна на девочке. Вот в этой модели. Впервые такое дизайнерское решение используем, потому что в моду выходит только вот в этом сезоне. Входит в моду, поэтому будьте первыми, кто будет самым модным. Также Наталья пишет, что качество отличное, стирается очень хорошо, рекомендую всем. Спасибо, Наталья. Да, спасибо огромное. Значит, не врём. Про стирку. Так, потом по конструкции. Вверху у нас идет верхняя ветрозащитная планка. Вот о том, что я вперед говорила, что есть нижняя, а есть нижняя и верхняя. Вот в этой еще у нас верхняя. Застегивается ветрозащитная планка на кнопке, а под ветрозащитной планкой идет центральная застежка на молнию. Под центральной застежкой идет внутренняя ветрозащитная планка. А воротник здесь стойка на флисовой подкладе, с идеальной посадкой катушон, с очень красивым мехом. Обратите внимание, какой тут вообще подшёрсток. Да, шикарный. Просто шикарный. Мех, как всегда, у нас отстёгивается для удобства стирки. Катушон регулируется благодаря резинке со стопором. Да, вот нам еще присоединяются. Да, присоединяюсь. Качество отличное. Ой, спасибо. Очень приятно, спасибо. Внутри моделька идет подклада из 100% хлопка. Все по ГОСТу, все строго. На рукавах 100% полиэстер, чтобы удобно было снимать и одевать. И эта курточка у нас регулируется по линии талии благодаря резинке со стопорами, поэтому она идеально сядет на любой тип фигуры. По курточке все. Наполнитель синтетический лебяжий пух, рассчитан на температуру -30. Комплект идет в полукомбинезон. Бретельки у нас на резинках регулируются.
застегивается на центральную застежку молнию, также идет ветрозащитная планка внутренняя. Вверх у нас на флисе, брючки на подкладе из полиэстера для удобства надевания, также простеганные штаники и внизу манжеты для защиты от снега. Ну, то есть у нас в принципе комбинезоны все стандартные. Вот такие модельки у нас. Да, очень красивые. Качество супер. Так. Так, еще в этой модельке вот у нас, ну и не только в этой, у нас в этом сезоне по многочисленным просьбам мы усилили район на коленях. Поэтому благодаря, во-первых, стежке и конструкции, и поэтому ну, не переживайте за то, что протрутся, вообще не стоит. Так, ну вот, ждем ваши вопросы, друзья. Такой прямой эфир, показали вам три модели. Три костюма для девочек, для мальчиков. В общем, полностью сделали обзор, очень подробный. Вопросы были, еще ждем от вас сообщения. Да. Костюмы красивые, пишет нам Ольга. Спасибо большое. Ну, правда, костюмы красивые, качество. Посмотрите, какие детальки. Вообще, декор шикарный, мех. Качество в деталях. Угу. Так, друзья, была бы девочка, взяла бы, будь девчонка, прям для принцессы, да. Да, согласна. Ну, знаете, вот, она мальчика, смотрите, какой красивый, неужели некрасивый, настоящий. Так, здравствуйте всем, кто только что присоединился, мы в прямом эфире. Угу. Не, ну она вообще шикарная. Тут и замочки, да. И мех, просто я декор прорезиненный. Глаза разжигают. Да. Да. Посмотрите, ну это же... Стилизованный такой вот. Шрифт такой маленький подрастает. Нам пишет Ольга, на мальчика мы уже подобрали синий-зеленый из прошлого эфира. Да. Ну да, классно. За логомани. Да, тоже вообще очень классно. Шикарно. Так, друзья, ну пока мы ждем от вас вопросы, или, возможно, к нам кто-то еще присоединится, хотелось бы добавить, чтобы обязательно вы подписывались на нашу e-mail рассылку для того, чтобы быть в курсе всех самых выгодных предложений, а также о закрытых распродажах. Вот. И также подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Там тоже информация обновляется постоянно, мы с вами на связи, поэтому... Ждем вас. Всем пока. Да, всем пока. Оксана, пока.